Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и Fortnite магазин предметы. Давайте посмотрим, что сегодня есть у нас интересного. Ага, появился новый скин кислотная рейдерша. Кстати говоря, довольно-таки прикольненько выглядит. Такая в маске, в очках и без нее. Причем, конечно, такое выбрито слегка. Может, как-то нелепо, но вообще чем-то прикольно. Рюкзак вообще такой, типа крылышки такие. Ну, какие-то они очень, как из пластилина. Какие-то очень мягкие. Но выглядит вообще так вот, если издалека, довольно-таки прикольно. Ну, вообще, как бы, неплохой такой скинчик. Так, у нее еще кирка есть. Подтертая позолота. Давайте послушаем удар. Обычный стандартный удар топора. Довольно-таки неплохо. Вообще кирочка так за 500, ну не знаю. Может как бы сама ручка тонко выглядит, да, но вообще так неплохо. Ну не ручка, немножко потолще. Как-то она такая слишком уж... Такое ощущение, что дубанешь, она просто согнется. Ну вообще так неплохо. Так, поехали дальше. Вернулся Агент Хаус. Довольно-таки крутой скин. Многие купили, когда он появился еще в первом сезоне. Рюкзак у него такой топчик. Вообще набор вот этот Касса Хаус еще его. Вообще звук такой замаха вообще прикольно. Сам удар. Ну и, соответственно, обёрка такая, жижа такая, куда-то плывёт. Довольно-таки круто выглядит. Особенно, когда на вертолете летишь, очень эффектно. Такая слизь, как будто, блин. Всё круто. Вообще, крутой набор получается, час расплаты. Тем более, вот в новых наборе двойные агенты, он теперь ещё как бы чёрный такой, с золотым. Вообще круто. Крутой скин, такой тоненький, очень играбельный и выглядит очень круто. Поехали дальше. Что у нас тут? А у нас тут Аурум опять зашел в магазинчик. С тремя стилями своими. Также у него три стиля есть на рюкзак. Выглядит довольно-таки вообще круто. Дельтаплан, его костяной дракон, тоже три стиля. Золотой светящийся и вот такой вот коричневый. Очень круто. Так, а кирки его? А, кирку бесплатно давали же. Так что кирки нет в продаже. Кто не успел получить, тот, увы. Аквалангистка, скинщик, ну не знаю, за 1200 дефолтный скин, просто из перекрашенного. Какую-то маску налепили. Ну, не знаю, может кто-то, конечно, и купит. Или уже купил. Но я бы не стал брать его, честно сказать. Мне не особо. За 1200 можно какой-нибудь скин намного круче купить. Вон, допустим, кислотная рейдерша. Она и то намного круче выглядит с двумя стилями, чем аквалангистская. Еще рюкзачок даже есть. Так что, довольно-таки дороговато. Так, серпобита. Довольно-таки крутая кирка. Вообще очень звук такой серпаще. Круто все сделано. Сияние славы. Классная эмоция за 500. Стрелок Брута. Ну, за 800 V-баксов, кстати говоря, скин очень даже хорош. Во-первых, он как бы необычный, от всех отличается за 800, как бы тоненький, как бы и стиль такой у него. Также вид отличается. Как бы даже очень круто за 800 там. Вой оборотня. Ну так, чисто поприкалываться, эмоции за 200 можно. Оценка.
тоже так, чисто ради прикола, так вот повыставлять оценочки. О, 10 из 10, все круто. Так, ну и специальное предложение. Опаньки, а куда делся карась? Да, карась что-то мало продержался там. Ну, вот черная манта осталась. Не знаю, она сколько еще продержится. Наверное, еще долго со своими кирочками. А вот карась уже исчез. Мне кажется, сейчас подумал, может купить. Думаю, ладно, посмотрю завтра. Ну, все, купил. Ну, в принципе, мне, во-первых, не на что покупать. Ну, не знаю, я так думал, может, откуда V-бакса нарыть. Может, задонатить, а может, не знаю. Ну, вот, в итоге, кто не купил карася, он пропал. Но я думаю, еще он появится, так что ничего страшного. Ну, а на этом магазин закончился, больше такого ничего нету. Вот появился новый скинчик, старый скинчик, и ничего, что не такие вышли, довольно-таки крутые. Ну, поддерживаем ТК автора, поддержка это очень приятно, это очень круто. Ну, а так, спасибо за просмотр, ставим лайки, оставляем комментарии, подписываемся обязательно на канал, не болейте, будьте здоровыми, счастливыми, всем пока-пока.